Привет, друзья, с вами Ваймс, и в этом видео я расскажу вам, в чем суть нового экспаншена и новой Лиги Pathway Exile. Expansion Conquerors of the Atlas, Завоеватели Атласа или что-то типа того, Лига Метаморф, все это вышло в пятницу, и за выходные я во все это достаточно адекватное время поиграл, докачался до 75 уровня, дошел до всяких там Т3, Т4 карт, и персонаж мой это совершенно обычный Essence Drain Contagion Blight Trickster. Ничего особенного в персонаже нет, я покажу скилл 3 просто, если кому-то интересно. Swift Killer и Prolonged Pain в Ascendancy. Четвертым поинтом понятия не имею, что буду брать. И всяких хаос дамаг взят везде, где есть хаос дамаг, и я доехал до длительности. И все, по сути. Один Javel Spreading Rod, базовая акробатика для дефенса. Но персонаж ничего особо интересного из себя не представляет. Так что говорить мы будем в основном не о моем персонаже, а о том, что, собственно, с экспаншеном и с лигой происходит. Потому что с ними происходят немножко интересные вещи. Начнем мы с экспаншена. Потому что он немножко более важен. Он не только на ближайшие 3 месяца, а достаточно надолго. И он интересным образом поменял эндгейм. В частности, Атлас теперь работает совершенно по-другому. Вы спавнитесь в центре Атласа. То есть вот это вот мои 3-1 карты. Ближайшие к центру. И после этого расходитесь из этого центра в сторону краев. Но это, в принципе, не такое уж значительное изменение, потому что разницы на самом деле никакой. Большая разница в том, что Атлас теперь делится на регионы. И в этих регионах есть цитадели, и с этими цитаделями можно взаимодействовать. Но давайте по порядку. Регионов 8. 4 центральных. Алекс Проксима или Проксима, не знаю. Тернцент. Вот эта вот хрень, вот эта вот хрень. В общем, 4 центральных региона, и потом еще 4, которые крайние, как бы. И в этих регионах есть какое-то количество карт, и изначально все эти карты, они достаточно низколевельные. То есть вот у меня, по сути, крайние, почти самые крайние карты, они Т4, наверное, там Т5 где-то есть. И это все карты, которые мне пока что доступны. То есть в данный момент выше, чем на Т5 я не могу пойти, потому что просто у меня нет таких карт на Атласе. Т5 это максимум, что у меня есть. Но постепенно можно этот Атлас регионами апгрейдить, повышать уровни карт в этих регионах, открывать новые карты и все там подобное делать. Это открывается, когда вы, видимо, доходите до любой карты, к которой подсоединена цитадель, потому что я подозреваю, что эти цитадели в фиксированных местах. То есть, по сути, у меня это случилось, когда я дошел до вулкана. Я прошел вулкан, там появилась Зана в конце карты, спросила, типа, хрен ли ты тут делаешь, показала эту цитадель и запустила свой сторилайн. До этого момента Заны в игре нет, и вместо нее новый NPC поначалу, который там продает немножко карт и говорит немножко диалогов, по сути, да. Но, по сути, после этого момента появляется Зана и работает, как она работала всегда. Ну, или, точнее, как она работала в прошлой лиге в основном. Продает карты, дает дейлики и все там подобное. И эта цитадель — это локация, условно, она на той же самой карте, то есть я могу пойти на вулкан и оттуда зайти в эту цитадель, вроде бы. И там стоит алтарь, и в этот алтарь можно запихивать вотчстоуны и... Когда я в него запихиваю эти вотчстоуны, это специальные камни, которые с новых боссов падают, они апгрейдят этот регион. Они там повышают уровень карт, открывают новые карты, еще что-то делают. Я на самом деле на 100% не в курсе всех эффектов. Но мы это скоро выясним, потому что я сейчас около одного из таких боссов, который эти карты дропает. Но это что касается самих регионов. Как получать этих боссов? Первый босс мне заспавнился, когда я зашел на карту Аркада. Я подозреваю, что просто первый босс появляется, когда вы заходите на какую-то карту дальнего какого-нибудь региона, любого. По сути, я пришел на карту Аркада, там заспавнился чувак, сказал мне там пару фраз и исчез. Как раньше делал там Шейпер, только Шейпер это делал после боссов, этот чувак где-то в начале карты появился. И после этого у меня появился квест, типа, исследовать карты региона Нью-Вастир, чтобы найти этого босса. И потом на второй карте, которую я прошел, он снова появился, сказал пару фраз и исчез. И потом на третьей карте, которую я прошел, он третий раз появился, сказал пару фраз и исчез. И после этого у Заны появился диалог, что типа запустить, пойти в его санктум. И тогда мне Зана открыл абсолютно белый и пустой в плане модов Moon Temple. Не пустой в плане мобов, потому что мобов здесь совершенно обычное количество. И после убийства босса этого Moon Temple, то есть босса карты, мне все равно пришлось убивать. Мне открылся проход в этот самый Санктум Крестоносца, этого босса. Так что я подозреваю, что это работает так, что просто первая карта одного из дальних регионов запускает этот мини-сторилайн с этим крестоносцем. И после этого я не подозреваю даже, а я абсолютно уверен, что оно работает так, что
на первых трех картах, которые я в этом регионе пройду, он мне заспавнится. И после этого можно будет к нему пойти. На первых трех разных картах, потому что Moon Temple я проходил несколько раз за это время, и при повторных прохождениях он не спавнился. И насколько я знаю, это так работает только для первых встреч с этими завоевателями. И после этого, когда я их по одному разу всех убью, потому что их тут типа... их вообще пять. Но по идее пятый это совсем финальный босс, так что, наверное, их тут четыре обычных. Потом пятый это совсем эндгейм. Но после того, как я их четырех, видимо, по одному разу убью, после этого система немножко меняется. И она будет работать так, что они оккупируют какой-то регион. И я иду в этот регион, и у меня на каждой карте шанс, что он появится где-то на карте, скажет пару фраз и исчезнет. И типа, когда он три раза появится, то можно будет пойти и пнуть его. Это на самом деле не очень хорошо, потому что если это шанс, то это значит, что может вообще не вести и ни хрена не спавнится. То есть это то же самое, что там с испытаниями в Уберлабу, с которыми я в прошлой лиге там до 90 какого-то уровня бегал без последнего испытания. Тут, конечно, немножко адекватнее система, потому что тут нужно не 6 разных встреч получить, а 3 и не разных, а в том плане, что просто 3 раза должен прокнуть этот шанс. Не обязательно подряд, не обязательно, в общем, просто 3 раза нужно прокнуть, там 33, по-моему, процент шанс, что чувак заспавнится. Так что это немножко адекватнее, но все равно рандом, это как-то не совсем хорошо. Но после этого этот босс спавнится, можно пойти его убить, и он дропнет Watchstone, и можно будет апнуть какой-нибудь регион и разобраться с этим. Ну и, собственно, на этой карте я убил босса. После убийства босса появился портал. Давайте посмотрим, что за новый босс и как работают Watchstone и все с этим связано. Потому что я этого босса не видел. И я этого босса не знаю. Но поехали. Shadow can never overtake light, demon. Вот Эмплар. Его зовут Баран. И это, наверное, достаточно характерно. Угу. Он рисует квадраты. Я провалил что-то, что нужно не стоять на квадратах. Ладно, бывает. Такие же квадраты, да, эти чуваки, они работают как Influence, Shaper и Elder на картах раньше. В том плане, что типа в этом регионе... Рип, чувак. Окей, но типа на картах, где... на картах этого региона, который был под влиянием этого завоевателя... у меня происходили всякие вещи. То есть там эти квадраты спавнились, в них когда стоишь, они дамажат и вытягивают ману. Там спавнились его миньоны и все тому подобное. В общем, это работает как инфлюенс Шейпера и Элдера в предыдущих экспаншенах и в предыдущих лигах. Но теперь я из него выбил вот этот красный камень, на котором ничего особо не написано. Я из него выбил его щит с его инфлюенсом. Ну, тут какой-то уникальный мод должен быть. Crusaders, 1% дамага за 1% шанса блока. Нормальный, в принципе, мод. То есть это в идеале для хорошо блочащих чаров. Это плюс 70%, плюс 78% глобального урона. Вполне неплохо. Плюс резист, плюс макс лайф, плюс все там подобное. И теперь я могу этот Watchstone засунуть сюда. Просто так. И это апнет этот Татус. И карты здесь теперь станут из Т3 и прочего, всякими Т7 и прочим. То есть тут было Т3, Т3, Т4, Т4. Становятся они Т7, 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 Т8, Т8, Т9 и так далее. Причем там даже не было. Эта карта, она переместилась. И от нее появилось соединение, которого не было. Наверное, можно то же самое сделать с каким-то регионом, который у меня более исследован. Хотя полностью исследованных у меня, по сути, нет. Допустим, вот... Не, в этом у меня нет цитадели. Вот этот. Я сюда вставляю. И опять же, все карты обновляются, становятся шестыми, 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 четвертыми и так далее. И... Наверное, тут тоже должны какие-то новые соединения появляться. Да, вот здесь вот типа появляется Arid Lake, которого тут вообще не было. И получается, я могу в этот... В этот регион вставить 4 камня. Это должны быть камни от разных завоевателей. То есть красный камень я могу только один вставить, и красный камень падает с этого вот крестоносца. И таким образом я могу апгрейдить карты, и в итоге в эндгейме у меня будут там все карты минимум 14 левела, и все будет круто
и хорошо, наверное, или наоборот плохо, потому что надо смотреть на то, как переделали баланс эндгеймовых боссов, и об этом я в этом видео ничего говорить не буду, потому что я еще не видел эндгеймовых боссов. Я видел немножко инфы, конкретно тот факт, что Шейперу увеличили его ХП в 4 раза примерно, до 68 миллионов. И это как-то звучит очень хреново. Типа, раньше... Какая ситуация была вообще с этими эндгеймовыми боссами и всем таким? Есть метовые суперкрутые билды, которые их уничтожают. То есть я прихожу к каким-нибудь там, не знаю, что сейчас метовый крутой билд, который уничтожает боссов, я не знаю. Но каким-нибудь, допустим, там условно в одной из прошлых лиг магма... не магма орбом, а молтен страйком. Прихожу, подхожу к боссу, бью его, и он через 5 секунд умирает. Пофиг, что это там шейпер, убираю удар, еще кто-нибудь, он просто берет и умирает мгновенно. Или же я играю не метовым билдом, а чем-то таким там SSF, лучник с каким-то там луком, который я сам нашел или скрафтил, с какими-то там еще шмотками, и в таком случае я этого шейпера убиваю, но я его убиваю с трудом, и этот бой занимает там 5 минут и все там подобное. Теперь получается, что не метовыми суперкрутыми билдами я его просто не убиваю. И нет никакого смысла играть не метовыми билдами, то есть все будут играть топовыми супер DPS мета-билдами, которым там нужны конкретные мирор-шмотки и все там подобное, и без этих мирор-шмоток просто можно будет не ходить никуда в эндгейм, сидеть на Т7 картах и страдать. И это, мне кажется, не очень хорошим вариантом, не очень хорошим балансом. Но посмотрим, насколько оно плавно до этого доходит, то есть если там постепенно жизнь боссов до такого уровня растет, то это намного лучше, потому что раньше была именно что ситуация, что Т15 боссы ваншотятся, допустим, Т16 боссы убиваются по минуте. Шейпер убивается там 5 минут. Одним и тем же билдом. И это как-то нехорошо. Но, возможно, теперь намного более плавная прогрессия ХП боссов. И в таком случае, может быть, оно адекватно работает. Но в любой ситуации, в любом случае, теперь нужно намного больше урона в эндгейме. Может быть, конечно, с новыми шмотками, с новыми там ребалансами этого намного больше урона легче достичь. Не уверен. Разберемся. Но это, опять же, тема для более позднего видео, потому что пока что я был на Т4 карте максимум. Ну, этот вот босс умер довольно легко и довольно приятно. Так что, может быть, все стало лучше. А в сюжете тоже боссам жизнь, дамаг и все такое подняли. И большую часть сюжета это ощущалось как хуже. В том плане, что, как бы, это ощущалось, как будто я играю в предыдущем патче. То есть, как бы, боссы те же, но просто у меня там хреновый шмот, и мне не хватает урона. То есть это ощущалось не как, что боссы сложные, и их сложнее убивать из-за того, что они там живучие. Это ощущалось, что именно, что я слабый, а не боссы сильные. И это нехорошо. Когда я там играл какими-то, прокачивался какими-то билдами, которые там хреново прокачиваются раньше, у которых не очень удачные скиллы для прокачки, и, может быть, у меня шмот какой-то не очень хороший выпадал, то ощущения были примерно те же. А сейчас это было с достаточно адекватным билдом для прокачки, Essence Drain как бы всегда хорош. Это не ощущалось как что-то сильно плохое, но опять же, Essence Drain он хорош для прокачки. Так что если теперь качаться билдом, который хреново себя показывает в прокачке, то, наверное, это совсем ужасно. Но не знаю, посмотрим. Ну и это основное, что касается этого нового экспаншена. 5 новых боссов. 4 этих завоевателя и 1 финальный завоеватель, который, видимо, в центре будет потом, или еще что-то типа того, для которого нужно там все регионы апнуть. И насколько я знаю, что для того, чтобы сразиться с его там самой сильной версией самого финального босса, нужно именно все регионы апнуть всеми этими камнями. То есть, учитывая, что 8 регионов по 4 камня в каждом, нужно 32 раза победить более низколевельных промежуточных этих боссов, чтобы открыть себе абсолютно финального. Это как-то немножко больше, чем 4 стража. Но, с другой стороны, может быть, он после этого откроется навсегда. Потому что, я так понимаю, если бы я сейчас не прошел эту карту, я бы мог снова просто поговорить с Анной и сказать ей, открой мне еще один Moon Temple, и она бы открыла. Может быть, нет. Может быть, нужно было еще 3 раза его встретить. Или что-то типа того. Но, в целом, экспаншн... как бы... с одной стороны, это лучше, чем Элдор и его инфлюенс, и шатание его инфлюенса по всему Атласу. Потому что это было ужасно, когда тебе нужно для того, чтобы пройти мейн-квест текущего экспаншена, тебе нужно там конкретные карты в конкретном порядке проходить, чтобы там растянуть Элдора на нужные карты, пройти их,
чтобы получить шейперовские орбы, потом растянуть его заново на эти же карты и на более хай-левельные пройти их, а потом растянуть его, чтобы он там на красных картах заспавнился полностью. И если он у тебя будет там 5 желтых карт и все остальные красные в инфлюенсе, он заспавнится не на красных, а на желтых, то это твои проблемы, заново тяни. И это все было абсолютно невменяемо. Сейчас, ну как бы, по сути, мне нужно просто проходить карты конкретного региона. И все. То есть, типа, заспавнился у меня там в Aldous Rest какой-нибудь из этих боссов. Я просто прохожу любые из этих карт, и он постепенно мне заспавнится. Он, может быть, не сразу мне заспавнится, потому что, опять же, после первой встречи с каждым из этих завоевателей они становятся более рандомными, и, типа, там, может быть, мне придется там 30 карт пройти. Но 30 любых карт в этом регионе. А проблема этого всего заключается в том, что нет нормального поиска или еще чего-то. То есть я не могу отсортировать карты в своей вкладке по региону, например. То есть мне нужно именно открыть этот атлас, посмотреть, ага, мне нужны пир, вилла, грейвьярд, лукаут, мадгейзер, меза, вейстланд и там еще что-то. И после этого идти, не знаю, записать это в блокноте на втором окне или еще что-нибудь такое, или в блокноте на столе ручкой. И после этого идти в map-вкладку и там искать эти конкретные карты, потому что отфильтровать в данный момент нельзя их по региону. Но это, наверное, вполне легко исправляется тем, что на карте пишется, в каком она регионе, где-то в ее описании, и после этого они легко фильтруются. То есть это... Я подозреваю, что пофиксят в ближайших патчах, как и многие вещи, связанные с этой лигой и с этим экспаншеном. Потому что у этой лиги, у этого экспаншена, ну, больше у лиги, есть приличное количество проблем. Ну и да, даже тот факт, что эти боссы сейчас спавнятся за третью пройденную карту, это уже пофиксили. Потому что изначально они были совсем все рандомные, и я видел на Reddit, чуваки писали, что я прошел 65 карт в этом регионе, чтобы мне заспавнился босс. И это как-то нехорошо. Когда это ограничивает доступ к желтым картам, когда это первый босс, которого мне нужно убить, и я бегаю 65 карт, Т5 и ниже карт, чтобы получить доступ к Т6 картам, это не очень хорошая система. Так что в этом плане все не идеально, но опять же, уже немножко улучшили. Может быть, дальше добавят поиск по регионам, и будет вообще хорошо. В любом случае, эта система мне нравится меньше, чем то, что было до Атласа вообще, когда просто там с любой Т5 могла выпасть любая Т6. Потому что сейчас мне все равно приходится проходить конкретные карты, чтобы мне выпали конкретные соседние карты. Но, по крайней мере, она немножко адекватнее, и, по крайней мере, я все еще могу там продать 3 пира и получить рандомно одну из соединенных с ним карт более высокого уровня. Так что, не знаю, лучше, чем было в предыдущих экспаншенах, но хуже, чем было до Атласа вообще. Такое мое мнение по всей этой системе. Так что да, еще, кстати, насчет продажи 3 там конкретных карт, чтобы получить карту на уровень выше. Сейчас многие такие вещи забагованы, в частности, ваальские орбы. Можно скараптить там какой-нибудь там вулкан Т6 и получить из него кристаллор Т4. Потому что, когда я карапчу, оно считает, что у меня нет никаких вочтоунов. Так что не караптите свои карты. Потому что оно все плохо делает в данный момент. Опять же, скорее всего, пофиксит в ближайшее время. Потому что это достаточно очевидные баги. Но да, это что касается экспаншена. В целом, лучше, чем было до этого. Хуже, чем было совсем до этого. Что касается лиги, то с ней все слегка печально. Но давайте разбираться. Лига Метаморф. Лиговский контент заключается в том, что на картах есть зеленые враги, которые подсвечиваются зеленым на миникарте, и которые подсвечиваются зеленым просто так, если посмотреть, у них такой зеленый дымок идет. Вон. Вообще в них воткнуто что-то, из чего зеленый дымок идет. И когда я убиваю этих монстров, они дропают свои части тела. Легкое замороженного волка и все там подобное. И мне эти части тела нужно собирать, и когда я собираю 5 разных частей тела, конкретно там есть легкие, глаза, сердца, мозги и печень. Вроде бы так. Вроде бы это 5. Ну, в общем, я собираю 5 разных кусков, и после этого я могу нажать вот эту вот хрень, заспавнить вот эту вот хрень. Это новый NPC, который лиговский. И сейчас я зачищу все вокруг, чтобы меня не убивали, пока я с ним разбираюсь. Это вот, кстати, инфлюенс этот самый. То есть тут спавнятся вот эти вот квадраты, там спавнятся еще враги всякие. Все там подобное. Ну вот, я зачистил все вокруг, я могу потыкать его котел.
Я могу сюда запихнуть все эти там куски и заспавнить босса из них. А куски выпадают из монстров, и босс будет смесью этих монстров. Конкретно он будет менять свою форму из одного монстра в другого и использовать их абилки. То есть там чувак лунарисовский, который использует ледяной шторм. Потом он там мутирует в Burn Miss Creation и будет использовать Lunging Strike, меличную атаку. Потом он мутирует в Montage Zealot, который использует Ice Blast. Потом он, ну, не обязательно в таком порядке. То есть он между этими пятью формами будет мутировать и использовать разные абилки. И когда я его убью, он дропнет какой-то лут, естественно. И лут этот тоже зависит от того, какие куски я для него использую. В частности, на некоторых кусках написано, что они дропают. То есть этот кусок дропает дополнительные редкие драгоценности. Этот кусок дропает дополнительные орбы. Этот кусок дропает веют драгоценности, то есть с синдикатовским модом, который скрытый, который нужно опознать. На некоторых не написано, но они просто увеличивают дроп в какой-то мере, в зависимости от того, белый это монстр был, а синий, желтый или уникальный. То есть в данном случае у меня тут все куски там белые или синие, если вообще все белые выберу, то получается, что у монстра будет, которого я создаю, на 10% больше урона, на 104% больше хп, на 26% больше кванты, на 52% больше редкости и 6,5 шанс дополнительной награды. Если я использую более ценные куски, то вот эта вот полоска вся заполняется, и это то, насколько босс страшным будет и насколько больше ништяков. Тут сразу на 36% урон, 360% жизни, 90% кванты, 180 рарити и 22% шанс дополнительной награды. И это все равно с белым мозгом, чувак. Так что, да. И у этих всех кусков есть еще какие-то свои параметры. То есть вот этот вот Синмастерс Ланг, легкая Синмастера, дропает дополнительные каталисты, это лиговская хрень. Быстрые атаки, получает Power Charge, Hexproof, поднимает нежить, кастует Assassin's Mark. То есть у него будут все эти статы, плюс все эти статы, плюс все эти статы, плюс... Вот, кстати, на самом деле я на 100% не знаю, будут ли у него все эти бонусы одновременно, или типа когда он мутирует в Синмастера, у него будут эти бонусы, а когда он из него там превратится в Burn Miss Creation, у него будет только Unrighteous Fire. Не уверен. Может быть, у него будут эти бонусы только когда он в этой форме, а так глобальные бонусы у него вот эти. Но суть в том, что я его создам, и я его смогу убить. Пока что я не хочу его создавать и убивать, потому что я хочу сначала допройти карту. Не только потому, что я хочу, чтобы, если он меня там 6 раз убьет, у меня был лут с этой карты. Ну и потому, что худшее вообще, что могло случиться с этой лигой, это тот факт, что она залочена на картах. В том смысле, что вот эти вот все куски, которые у меня сейчас есть, это куски, которые конкретно на этой карте выпали, и которые на этой карте существуют. И если я выйду с карты, то у меня никаких кусков не будет. То есть мне нужно на каждой карте собирать там 30 этих разных кусков, спавнить этого босса, и после этого только идти на следующую карту. И из этих там 30 разных кусков я в итоге использую все равно 5 всего лишь. Остальные просто пропадают, потому что только одного босса я могу за карту создать. И это в каком-то смысле проблема. Но сейчас я все-таки найду все куски и объясню подробнее. Там вот какой-то кусок неподобранный. Глаз волка. Монстры, которые дропают куски, они отмечаются на карте, и сами куски уже дропнутые тоже отмечаются на карте другой иконкой немножко. Но как-то так. Когда я подбираю последний кусок на карте, чувак сам спавнится. И в данном случае заходит в свой котел лицом. Ну ладно. И теперь у меня здесь есть еще два мозга. Я могу выбрать что-то более крутое. Полоска вообще полностью заполняется. На 40% все бонусы. Ну или на 40% первый бонус, на 400 второй. В общем, да, максимальные бонусы. Как-то так. Изначально тут были два там затемненных мозга. Это именно то, что есть на этой карте, но мне еще не выпало. То есть, в принципе, на каждой карте генерируется достаточно монстров, чтобы собрать одного босса хотя бы. Иногда какой-то кусок есть только один, и нужно вот последнего этого моба с нужным мне куском искать и добивать, если я его не нашел. Но также иногда бывает такая вот ситуация, когда минимум это 4 куска в какой-то категории. Но посмотрим. Я, наверное, выберу вот это вот, потому что он дропает орбы. Хотя меньше глобальные бонусы будут. Но орбы — это
Это вполне хорошо. На нем не написано, что он дропает орбы. Но на нем нарисован хаос орб, так что я подозреваю, что он все-таки дропает орбы. Ясно. Иногда тут такие проблемы есть. Но все же. Ладно, поехали смотреть, как с ним бой работает. И потом смотреть, как все остальное работает. Вот заспавнился, вот он стал волком. Бегает, кастует, потом он стал еще кем-то. Еще что-то кастует. Время от времени он будет сумонить миньонов массово. Он при этом сумонит миньонов, делая весь экран черной слизью. И из-за нее абсолютно ни хрена не видно, что происходит. Где конкретно босс, где его миньоны, где что. И все тому подобное. Так что сражаться с ними довольно неприятно. То есть это просто какой-то визуальный хаос, ничего не видно. Прилетают ваншоты время от времени. И в этом плане как бы Essence Drain вполне хорош, потому что я просто кастанул Essence Drain, кастанул Contagion в его миньонов, убежал. И они там сами постепенно умирают, я с ними особо не сражаюсь. Я не знаю, как его каким-нибудь милишным билдом или каким-нибудь билдом, который там сингл таргет абилки для атаки конкретных боссов использует. Потому что я большую часть времени не знаю, не понимаю, кто там из 7-8 монстров на экране это босс. Потому что они все примерно одинаково выглядят. Они все покрыты какой-то черной слизью, весь экран покрыт черной слизью. А все их выстрелы тоже какая-то черная слизь. И в итоге нифига не видно, нифига не понятно. Но Essence Drain тащит. Ну да. И в данном случае он дропнул каталист, он дропнул вейлд амулет, просто какое-то там кольцо, немножко всякого другого хлама. То есть, в принципе, то, что на нем было написано, он и дропнул. Ладно. Поехали продаваться и разбираться. С каталистом сейчас тоже посмотрим, что он из себя представляет. Но сначала я хочу немножко расчистить инвентарь. Да, это все мне не нужно. А почему... Почему плохо, что эти боссы работают таким образом, которым они работают? То есть, что они спавнятся... Пока сюда кто-нибудь все это кину. Что они спавнятся только из тех кусков, которые я на той же карте выбил. Ну, во-первых, очевидно, что из-за этого оно в сюжете не работает вообще никак. Потому что если вы не зачищаете полностью локации сюжета, или если вы не на локации, которая там ледж, которую нельзя не зачистить полностью, по сути, если вы просто там... Ну, ее можно не зачистить, если просто бежать мимо мобов. Но вы встречаете всех мобов. Но если я пойду на какую-нибудь более обычную локацию, там, не знаю, на какую пойти? Foothills. Не активировал портал. То типа вот, я спавнюсь на локации, я прохожу ее, убиваю этих мобов, собираю там эти два куска. Убиваю тех, кто мне встречается. Предмет беру. Тех, кто ко мне сам подходит. Но все же не зачищаю локацию полностью, потому что я не наркоман зачищать сюжетные локации полностью. То в итоге в большинстве ситуаций я просто выхожу с этой локации, не собрав достаточно органов, чтобы заспавнить босса. Может быть, вот с этими двумя мне повезет. Но нет. Мне оба дропнули печень. И вот я на выходе с локации, и... Я убил всех этих мобов с такими... С органами, которых я видел. Мне не выпало ни одного мозга. И мне нужно либо бежать назад и дозачищать локацию, пока мне не выпадет мозг. Что тратит кучу лишнего времени. Либо просто забить и не спавнить этого метаморфа, но вот выпал мозг. Так что получается, в сюжете на большинстве локаций, просто даже если это все подбирать, то вы просто не заспавните этого метаморфа, потому что вам не выпадет нужный кусок за то время, которое вы проходите эту локацию. Ну и даже если он выпадет, то скорее всего, как бы, если я не зачищаю локацию абсолютно полностью, то у меня нет доступа ко всем кускам. И может быть там вот этот вот кусок дропает орбы, а сейчас у меня нет куска, который... Ну не, у меня сейчас как раз есть кусок. Ну типа, или оно, оно наверное не пишет просто, что дропают другие куски. Но у меня нет мозга, который дропает хоть что-нибудь ценное. Правильно? То есть может быть там какой-нибудь из этих мозгов дропает что-то полезное. Но у меня есть только такой, так что мне приходится такого создавать. И это не оптимальный как метаморф. Поэтому в сюжете я просто игнорил все это. Не подбирал куски почти никогда. И из-за этого я потратил на сюжет раз в 5 меньше времени, чем если бы я подбирал куски.
исполнил метаморфы в каждой локации. Но зато я потратил на сюжет меньше времени, да. И не получил ни одного метаморфа. Вне сюжета, на картах, это, конечно, работает адекватнее. Привет, небо. Ок. Кому нужно будет календарь отдать? Ок. Квестовый предмет с собой таскать мне не хочется. На картах это работает адекватнее, потому что я все равно зачищаю карты полностью. Но тут другая проблема. Тут проблема в том, что... что нужно все это закликивать и подбирать. Типа, я пойду на карту Лейлайн, например. И тут все эти мобы, и за эту карту мне придется подобрать там, опять же, ну штук 30 кусков. Фига там. Снова пак она выпадала. Ну типа вот. Вот это вот все мне нужно будет подобрать, использовать из этого всего я смогу только 5 кусков. А все остальное подбирание это просто напрасная трата времени, и подбирание лута в пое сделано совершенно ужасно. Я об этом примерно всегда говорил. Когда-то недавно об этом начал говорить не только я, что радиус подбора... Это еще один. You show promise, but I can't let just anyone traipse through my lands. Это еще один завоеватель как раз. Ну типа, радиус подбора никакой. Анимация подбора в том плане, что персонаж подходит к шмотке и там какую-то миллисекунду стоит около нее. Вместо того, чтобы просто подобрать и бежать дальше. Это тоже бесит. И, в общем, подбирание большого количества дешевых шмоток, оно очень некомфортно и неприятно реализовано в пое. И это лига, в которой нужно подбирать под 30 шмоток за карту. 90% из которых просто выкидываются после этого. Потому что они используются... Используются из них только 5. Но при этом подбирать их все нужно. И именно что все, а не то, что там, о, я буду подбирать только органы из желтых и более крутых мобов. Не. А на органах из белых мобов вполне могут заспавниться какие-то полезные ништяки. Типа там, моб дропает карты, моб дропает там шестилинковую шмотку. Опять же, на Reddit были посты, что во, у меня с белого моба, с глаза белого моба выпал модификатор, что шестилинковая броня падает из моба. Из босса. Так что подбирать нужно это все. Подбирание убого реализовано в пое, как обычно. И из-за этого на то, чтобы подбирать это все, за карту тратится там минута именно чисто подбирания лута, который по большей части опять же не используется, и это некомфортно. Это очень замедляет маппинг. То есть, опять же, если все это игнорить, то я бы сейчас был не на Т5 картах, а на Т10 картах, если бы я на каждой карте не пытался этого босса заспавнить. Но при этом награды вполне бывают хорошими, потому что, опять же, бывают боссы, которые дропают карты, бывают боссы, которые дропают шестилинки, я не встречал. Но я встречал босса, у которого там два модификатора было, что он дропает дополнительные карты, и из него мне выпало штук 10 карт. Причем более высокого тира, чем та карта, на которой я был, причем не открытых у меня в атласе. То есть он либо работает без ограничений, что только соседние падают, либо, может быть, просто мне навыпадало соседних неоткрытых, потому что сейчас у каждой карты довольно много соединений. Но в целом вот это вот все закликивание органов, оно напрягает. По большей части потому, что в пое, в принципе, закликивание лута напрягает. Это игра про лут, в которой неудобно и неприятно собирать лут. Потому что для того, чтобы собрать шмотку, нужно на нее наступить. Цитадель. О, у меня открылась цитадель этого региона. Но ее нет на карте, потому что это регион с зеленым чуваком. Так что из-за этого подбирания лута все значительно хуже. Плюс, как обычно, в последние там пачку лиг, для того, чтобы заспавнить этого босса, мне нужно сюда подойти и сидеть в интерфейсе и тыкать, выбирать, какие мозги я хочу использовать. Пока я это делаю, во-первых, меня убивают мобы, если они еще есть на карте, потому что мобы в пое это не то, что я вот зачистил, на экране нет мобов, значит я в безопасности. Не, мобы в пое, они там активируются за 3-4 экрана от игрока, и начинают шататься по карте совершенно рандомно. Так что то, что я сейчас все здесь зачистил, это не значит, что через 10 секунд сюда не придет какой-нибудь скелет-лучник и не ваншотнет меня. Он вполне может, пока я ковыряюсь в этом всем. Плюс, пока я ковыряюсь в этом всем, у меня отваливаются чарджи, плюс, пока я ковыряюсь в этом всем, там просто проходит время. Так что в этом плане интерфейс неудобен. Плюс, к тому же, даже чтобы посмотреть, типа, чего мне не хватает, мозга там или глаз, или еще чего-то,
Я не могу открыть интерфейс, как вот с пророчествами, там, с Девилом, со всяким было, еще с другими лигами. Не, мне нужно нажать сюда. Ну, или нажать кнопку... Кнопку лиги, по-моему, тоже работает. Да. А, дождаться, пока закончится анимация спавна этого чувака. Ткнуть и посмотреть. А, потому что... Не знаю, потому что этот чувак зачем-то... Зачем-то так сделан. Ну и типа сейчас мне не хватает мозга. Возможно, не только сейчас. Ну и в целом, в плане интерфейса и в плане удобства использования всего этого, это совершенно ужасная лига. В том плане, что она абсолютно не работает до эндгейма, это совершенно ужасная лига. Потому что как бы есть лиги, которые там... Есть лиги, которые заставляют с собой взаимодействовать. Всякие бестиарии в каком-то смысле. Invasion и там все такое, когда просто там на карте где-то есть страшная хрень, и она на меня нападает, когда я к ней подхожу. То есть с ними избежать встречи особо, ай, нельзя. Есть лиги, которые там считаются более оптимальными и хорошими, которых можно избегать, если я хочу. Там бридж можно не трогать и не активировать, и пройти мимо. И это норм. Эта лига, если стараешься с ней взаимодействовать, не всегда получается во время сюжета. Плюс первые несколько дней был баг, который вроде бы сейчас уже пофиксили. Но иногда вместо кусков монстра выпадала хрень, которая подписана, что Unnamed Monster Component или что-то типа того. И по сути он просто не выпадал. То есть были ситуации, когда можно зачистить всю карту полностью, насобирать все, что надропалось, и у вас не было ни одного мозга после этого. И такое было достаточно часто. Но вроде бы это уже пофиксили, так что в принципе об этом говорить особо смысла нет. Но опять же... Забагованный запуск лиги, ну, вполне стандартная ситуация для GGG, когда у них была лига, которая работает с первого дня. Никогда. Ну нет, когда-то, несколько лет назад. Но за последнюю пару лет никогда. Но по сути, в итоге я там собираю все эти куски. Вот я собрал последний кусок, заспавнился чувак. А чувак, кстати, еще один элемент этой лиги, который бесит. Чувак остается стоять, и с ним можно поговорить во время боя с боссом. То есть, если я там кликаю, пытаюсь отойти влево, кликаю и... диалог. И я умираю из-за этого диалога. Такое тоже вполне возможно. В прошлой лиге была Кассия, с которой нельзя было поговорить во время боя. Почему здесь нельзя было так же сделать, я не знаю. Но почему-то. Ну ладно, смотрим, что сейчас мне надропалось. И как бы опять же... В плане вот этой вот полоски, самое эффективное — это самый левый ряд всегда кликать, потому что самый левый ряд — это самая большая редкость. Но здесь в самом левом ряду чувак, который использует Mirror Arrow, и на нем больше ничего не написано, хотя нарисованы иконки оружия. А здесь нарисована иконка брони. То есть, видимо, этот чувак дропает броню, этот чувак дропает оружие, но опять же ничего не написано. Видимо, это баги, что на них не написано, что они дропают, потому что должно быть. Типа здесь какие-то орбы, здесь какие-то, да, тут вообще ничего не написано ни на ком. Возможно, я поймал какой-то баг. Ну, типа, тут должно быть написано, там, дропает редкую броню, дропает броню с фейлд модификаторами, дропает броню с инкуражен модификаторами, дропает броню там еще с чем-то. И какая-нибудь броня с инкуражен модификаторами, или шестилинковая, или еще какая-то, ценнее, чем просто там желтое оружие, правильно? Если я знаю, что это так... Во, а здесь написано, то есть оно реально просто забаговано. Плюс к багам этой лиги. Ну вот, веют броня или просто редкое оружие. Веют броня явно ценнее, хотя это будет не босс, то есть у него меньше будет полоска. Но веют броня может быть значительно круче. Тут редкая ювелирка, тут дополнительные орбы, опять же круче. Тут редкое оружие, тут ничего, и тут в принципе ничего нет в глазах. Ну и потом я спавню. В общем, огромная куча лишнего закликивания в этой лиге. В инвентаре это место хотя бы не занимает, к счастью. Потому что куски, которые дропаются, они дропаются именно сразу в этот интерфейс. Визуально нифига не понятно, что босс делает и что происходит. Но это абсолютно стандартно для боя. Лут хороший. Иногда. Иногда лут не хороший. Но это как повезет с модификаторами, естественно. Но в целом, как бы, не знаю. Лига выглядит очень сырой, очень кривой, очень недоделанной. Почему эти куски не подбираются сами, как минимум? Учитывая, что они место в инвентаре не занимают, и не подбирать куски — это никогда не вариант.
том плане, что всегда, всегда эффективно подбирать все куски. То есть они не подбираются сами просто, чтобы тратить лишнюю минуту на каждую карту? Лишнюю минуту неудобства. Это не очень хороший геймдизайн. Или они не подбираются сами по какой-то еще причине? Не знаю. Плюс они ограничены на каждую карту, так что она не работает до карт, по сути, вообще никак. Плюс сами босс-файты, ну, не знаю, они какие-то такие себе. Но да. Что касается уникальных наград с этих босс-файтов... Пока что сюда все сброшу. Что касается уникальных наград. Уникальных наград два вида. Во-первых, органы. Чем я сюда выложу? Не та вкладка, но ладно. Сюда выложу, пофиг. Во-первых, иногда боссы дропают такие вот куски, которые, по сути, те же самые куски, но которые на этот раз подбираются в инвентарь и используются между, между картами. Для этого, насколько я понимаю, нужно использовать боссов карт. И они не каждый раз их дропают. Но вот у меня 3 надропалось, и если мне надропается 5, и они будут разными, потому что в данном случае у меня 2 сердца и одни легкие, то после этого я могу поговорить с этим чуваком. Где он? Есть ли он? Нет, его в хайдауте вообще. Я могу вот так вот в его лабораторию пойти и сюда запихнуть эти куски боссов и сделать одного мегабосса. Но опять же, падают они рандомно, нужно для этого использовать в кусках боссов куски боссов. Что-то типа того. В общем, в боссах нужно использовать куски боссов карт, тогда они иногда дропают более крутые куски боссов карт, которые можно принести сюда и сделать себе из кусков боссов, сделанных из кусков боссов босса. Вроде так. Но с этим я пока что, опять же, не нафармил. Это выглядит примерно как талисманы, только хуже, в том плане, что, ну, будет у меня 50 разных сердец и по одному всего остального. Ок. Почему, опять же, нельзя было сделать эту лигу так, что можно использовать любые куски в любые слоты, то есть просто 5 любых кусков, пофиг там 5 сердец или 5 еще чего-то, было бы лучше. Если бы они сами подбирались, было бы лучше. Если бы они хотя бы на земле писали, что они из себя представляют, было бы лучше, потому что сейчас я убиваю моба, из него выпадает зеленая панелька, на которой написано там «глаз моба». Я могу на нее навести мышку, и даже так она мне ничего не напишет о том, какие у него статы, что он делает, какой она редкости, или еще что-либо. То есть просто мне нужно ее именно подобрать и потом в конце посмотреть. В общем, как бы сами босс-файты, ну, они интересны как идея. Лут хороший. Но, блин, в плане юзабельности и геймплея и чего-либо адекватного, эта лига абсолютно убога. И того, как она работает до карт. Так что в этом смысле все ужасно. Но вторая награда, вот о чем я еще не сказал. Вторая награда за этих метаморфов — это вот такие вот катализаторы. Там, опять же, иногда один из органов дает, что метаморф дропает катализаторы, и они вешаются на кольца, амулеты и все там подобное, и модифицируют какие-то модификаторы, добавляют качество. В данном случае, например, вот этот вот добавляет качество, которое улучшает модификаторы жизни и маны на кольце, амулете и поясе, и заменяет другие типы качества, то есть можно только один применить. И я кидаю его в этот амулет, и на нем будет не 75 жизней, а все равно 75 жизней, потому что это 1%. То есть нужно 20 их накидать, чтобы был какой-то эффект, наверное. Но также, насколько я знаю, эти модификаторы качества тратятся, когда я кидаю в этот амулет что-нибудь. Я не хочу в этот амулет что-нибудь кидать. Есть у меня какой-нибудь еще амулет? Blessings. Мой амулет меня вполне устраивает. Celerin. Типа, если я сюда кину, допустим, модификатор, который улучшает атрибуты. Силы интеллект, 27 интеллекта и 14 силы интеллекта. Все еще 27 и 14, но если я теперь кину туда хаос, то ничего не произойдет. Возможно, нужно как-то по-другому это делать. Но писали до начала лиги, хотя я пока что с этим особо не пытался что-то сделать. Написали, что типа можно этот модификатор качества потратить на то, чтобы больше заролить этих модификаторов. То есть я могу потратить качество, чтобы у меня заролилось гарантированно там или с большим шансом атрибуты, например. Или там спел модификаторы, или еще что-нибудь подобное. Ну, это звучит слегка интересно, но опять же не знаю. Не знаю, насколько это в итоге полезно.
кастерские, атакующие модификаторы и все тому подобное. Наверное, надо настакать там 20% или что-нибудь такое, и потом смотреть, насколько это что-то изменит, потому что сейчас это не изменило абсолютно ни хрена в этом амулете. И в этом. Но странная система. Также, блин, вот что я забыл в начале. Секстанты тоже переделали, потому что они теперь применяются к Watchstone'ам вот этим вот. Видимо, так, да. Уникальный босс имеет 20% больше жизни и качество карт... да, качество карт применяется к редкости, кроме количества лута. И это будет работать на все карты в этом регионе. И разные секстанты теперь имеют разные пулы бонусов, и они не апгрейдятся вроде бы в более хай-левельные. Но это просто небольшое изменение секстантов, которое сделало их лучше, чем то, что было раньше, но... секстанты. Ничего особого. Ну и в общем, да. Как-то так. Эндгейм новый лучше, чем был. Вроде как. Но все еще хуже, чем был до Атласа вообще. Потому что, опять же, нужно бегать конкретные карты, чтобы выпадали конкретные другие карты. И это иногда немножко бесит. Потому что если мне нужен, например, Рейскорс, мне нужно бегать Армори или Волт. Если у меня нет при этом Армори или Волта, то мне нужно их либо покупать, ну, либо Рейскорс уже покупать, либо там бегать соседние с ними, либо апгрейд, либо еще что-нибудь. В общем, если мне не хватает какой-то конкретной карты, то анлокнуть ее — это страдание, и именно что нужно думать, вот, какую карту мне нужно бегать, в каком порядке мне нужно это все открывать и все тому подобное. В то время как до Атласа было просто. Мне нужно какую-то Т6 карту открыть. Я бегаю все Т5... Ну, там не было такого, что нужно ее открыть. Просто я бегаю любую Т5 карту, мне выпадает с нее любая Т6 карта. И никаких проблем. И это было удобнее. Ну, не знаю. Лига, опять же, когда она работает, то есть на картах, она более-менее норм, но подбирание — это ужасно. Если переделают, что все эти шмотки подбираются автоматически, там прилетают персонажи, или сразу там Тейн спавнится и подбирает их, или еще что-нибудь такое, будет норм. В текущем состоянии тратить там лишние 3 минуты на каждую карту чисто закликивание зеленых надписей — не супер. Вполне не супер. Так что лига не очень удачная. Плюс, опять же, по-моему, это уже пофиксили, потому что я с этим не сталкивался сегодня, как бы. Но когда я в прошлый раз стримил, у меня метаморфы эти довольно регулярно выкидывали меня на рабочий стол. После стрима, на следующий день после этого стрима, я играл, и вот сейчас играю, и никаких проблем не было с вылетами. В тот день... Что на стриме, что после стрима я немножко еще побегал. Просто там каждый второй босс на картах, заспавненный метаморфовский, выкидывает на рабочий стол. Но, видимо, исправили. Или просто мне сейчас больше везет, и я с этим не сталкиваюсь, поэтому. Не ясно. Но такая проблема была. Ну и да. Как-то так. Лига довольно трэшевая и нерабочая по большей части. Эндгейм, опять же, чуть лучше, чем был. Ну и куча багов, проблем и недоработок. Как обычно. Ну и тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.